Последнее летнее совещание в этом году прошло в вполне привычной стилистике. Большую часть времени Ради Фаритович посвятил тому, что он рассказывал, как он провел этим летом. В очередной раз глава Республики Башкортостан поблагодарил Вадима Харисова за золотую медаль на химической олимпиаде в Швейцарии. Правда, в этот раз Ради Фаритович не стал приглашать юношу на работу в правительство. Видимо, насмешек, которые обрушились на него прежде, Хабирову оказалось достаточно. Потом посмотрели чудесный видеоролик министра промышленности Шильдяева об участии его делегации в выставке «Технопром» в городе Новосибирске, где сам Шильдяев без устали укреплял технологический суверенитет Российской Федерации. Вслед за этим Хабиров рассказал, что на прошлой неделе в республике стартовало сразу несколько масштабных проектов. Агропарк «Таврос» в Уфимском районе, где будет логистический центр, хранилище готовой продукции и площадки для торговли фермеров. Все это будет общей площадью аж 270 гектаров. Ну и оптово-логистический центр на 132 тысячи квадратных метров крытых площадей. Как говорится, свежо предание, но верится с трудом, и говорили об этих объектах уже давным-давно и очень много. Яна Гайдук провела в Бурзянском районе молодежный форум под названием «ЮИН-2023». Палаточный лагерь, по словам юной руководительницы молодежи республики, вмещал аж 1500 человек, что кратковременно увеличило численность жителей Бурзянского района аж на 10%. Главным же увеселительным мероприятием для чиновников на прошлой неделе, конечно же, стали дни Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге. Эти дни прошли под лозунгом «Земля кочевников». И все действительно напоминало то, как зачарованные кочевники робко выглядывают в окно, которое еще Петр I прорубил в Европу. Основное мероприятие прошло аж на Дворцовой площади у Зимнего дворца, где было разлито 2,5 тонны кумыса и роздано 3,5 тысячи килограммов меда на потеху 50 тысячам изумленных жителей Северной Пальмиры, впервые увидевших настоящих кочевников, стрелы, баурсак и прочие вот эти вот экзотические штуки в обрамлении архитектурных шедевров Агюста Монферана и Франческо Растрелли. В довершение торжества главному кочевнику республики Радию Хабирову даже разрешили пальнуть из пушки Петропавловской крепости. Ну, собственно, спросите вы, что еще нужно настоящему кочевнику для счастья? Пребывая в полном восхищении, Ради Хабиров заявил, что Санкт-Петербург – это самый красивый город в мире. А недорого приглашенный Коля Басков снисходительно напророчил Башкортостану в скором времени наплыв туристов по той причине, что там, как он выразился, есть что поесть. Ну, согласитесь, волшебным образом действует кумыс и небольшая горсть монет на любого певца, который получает эти блага за то, что недорого похвалят. После такого масштабного фестиваля огромный поток туристов обязательно устремится в Башкортостан, потому что есть что посмотреть, есть что поесть. Завершили вступительную часть оперативного совещания тем, что Хабиров сообщил нам так называемые новости Советской площади. Судя по всему, Ради Фаритович неустанно думает о том, как бы ему развить, улучшить и продолжить возвеличивать вот этот алтарь Отечества, который он сам же и воздвиг в центре Уфы. И вот Ради Фаритович наконец-то придумал. Теперь у памятника генералу Шаймуратову будет стоять почетный караул. Правда, караулить монумент будут не круглосуточно, а только с 19 до 21.00 в теплое время года и с 12 до 13.00 в холодное время года. Остальное время суток и остальное время вообще монумент будет находиться, как говорится, без надзора и караула, но на совести ответственных сограждан. Я, честно говоря, не понял, зачем эта странная идея вообще посетила разум Хабирова. И, наверное, для всех это останется загадкой. Вводить почетный караул на 1 час в сутки, ну, это, извините, только для красоты. На этот раз министра здравоохранения
настоящий министр здравоохранения, Айрат Рахматуллин все-таки отыскался и как неродной доложил Радию Фаритовичу о том, что угроза ковида, позволяющая до сих пор блокировать любые массовые мероприятия в регионе, кроме, естественно, незаразных форумов, собственно, эта угроза сохранилась, но отступила. За неделю ковидом в республике заразилось всего 17 человек, а на излечении в больницах находится 61 человек. Было такое ощущение, что слушать доклад неродного министра здравоохранения Радию Фаритовичу было как-то неприятно. В области жилищно-коммунального хозяйства в республике продолжается «золотой век». По крайней мере, в воображении исполняющей обязанности министра ЖКХ Ирины Головановой. За минувшую неделю она легко справилась с 7 масштабными коммунальными авариями, повлекшими отключение ресурсов ЖКХ более чем на 8 часов. Ну и еще с 20 авариями поменьше. Сотни многоквартирных домов в Уфе и в Республике Башкортостан легко и непринужденно обошлись без горячей и холодной воды, по крайней мере, в воображении Ирины Александровны. Ирина Александровна тактично умолчала о том, что плановые отключения горячего водоснабжения от чего-то стали происходить как-то не по плану. Например, вот жители улицы Чудинова в Орджоникидзевском районе города Уфы сидели без горячей воды 14 дней вместо обещанных 12. Ну, как говорится, немножко не по плану все пошло, но в целом-то все идет по плану. Выслушав Голованову, Хабиров пожурил коммунальщиков за то, что как-то многовато сейчас в Уфе жалоб жителей на некачественное кронирование деревьев. Ну, вот эту вот пострижку лишних веточек. При этом глава Республики Башкортостан отчетливо отметил существенные успехи муниципалитетов в части поддержания санитарного порядка в городах и селах. Хабиров заявил, что он восхищен тем, как часто его гости из других регионов указывают ему на вопиющую чистоту и ухоженность города Уфы. Министра транспорта и дорожного строительства гражданина Колебанова в этот раз на совещании не было, и ситуацию в этой сфере докладывала безумянная девушка, видимо, какой-то из заместителей Колебанова, но титры не показали нам ее имени. Она сидела и докладывала, низко опустив голову, опознать ее не было никакой возможности. Сообщила эта девушка о том, что количество ДТП в Республике Башкортостан остается выше, чем показатель этих несчастий в прошлом году. Количество пострадавших также больше, чем в 2022 году за тот же период времени. А вот количество погибших в ДТП снова стало минус 8. Та самая магическая формула Колебанова – минус 8. Всего за 2023 год в регионе погибло 230 человек. По утверждению докладчика о ситуации в сельском хозяйстве, министра сельского хозяйства Фазрахманова, в уборочной страде наступила так называемая напряженная пора. Убрано более 60% посевных площадей, урожайность вновь упала ниже 20 центнеров с гектара, и по заявлению господина Фазрахманова оказалась ниже прошлогодней аж на 4 центнера с того же самого гектара. Кормов Фазрахманов заготовил уже 69%, и в этом смысле он достаточно оптимистично смотрит в будущее, обещая заготовить кормов опять на полтора года вперед. Непонятно, что они каждый год делают с этим запасом. В прошлом году они заготовили на 2 года вперед, в этом году на 1,5 года вперед. Где хранят, как хранят, об этом, конечно же, Фазрахманов умалчивает. В этот раз господин Фазрахманов ни словом не обмолвился о коварном удорожании бензина для сельхозпроизводителей. Судя по всему, досталось ему в прошлый раз за то, что он как-то тут начал выступать, что ему тут, видите ли, Роснефть повысила цены, причем существенно. И в этот раз он молчал, как пленный партизан, про это дело. Не заикался, собственно, он и о том, что уже пошли сообщения о том, что убранное зерно в Башкортостане в этом году опять начинают хранить под открытым небом, под дождями, осадками и в мокрой среде. И, судя по всему, опять огромное количество этого зерна пропадет, сгниет и окажется негодным для переработки.
Далее поговорили о главном, о ситуации на алкогольном рынке в Республике Башкортостан. Министр торговли и защиты прав потребителей Алексей Гусев взялся раскрыть эту животрепещущую тему, и я инстинктивно приготовился к тому, что он тоже начнет жаловаться на сложности, на то, что у него напряженная пора какая-нибудь наступила, но нет. Гусев отчитался о неимоверных успехах в своей деятельности. Давайте по порядку. Торговля алкоголем в Республике Башкортостан достигла уже уровня 10% от всего товарооборота, включая продажи автомобилей и недвижимости. То есть каждый десятый рубль в Республике Башкортостан тратится на алкоголь. Согласитесь, серьезное достижение господина Гусева. Количество алкогольных точек, точек, где продают алкоголь, на территории Республики Башкортостан достигло 5600. За год их количество было увеличено на 120, и оно будет дальше неуклонно расти, по крайней мере, в этом нас заверяет министр Гусев. За 6 месяцев в Республике Башкортостан было продано более 25 миллионов литров крепкого алкоголя. Прирост на 5% к уровню 2022 года. То есть, если правильно все считать, то это примерно 3 бутылки водки на каждого взрослого в месяц. А если вычесть из количества этих взрослых, абсолютно не пьющих, таковых достаточно много, то получается даже сильно больше, чем 3 бутылки водки в месяц на человека. Напомню, что Всемирная организация здравоохранения считает тревожным потребление полулитра крепкого алкоголя на человека в месяц, а потребление полутора литров крепкого алкоголя в месяц уже считается катастрофически опасным для популяции. У нас 3 или более бутылки в месяц. Вот так вот. Достижения Гусева исчисляются не только декалитрами вот этого крепкого алкоголя, но и в рублях. Акцизные поступления в казну выросли на 2,5% в 2023 году и составили уже 6 миллиардов рублей. Загадочным образом снизилась смертность от алкогольных отравлений в республике аж в 4 раза, начиная с 2018 года. Ну, по крайней мере, так отчитывается господин Гусев. А также стало существенно меньше преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 11%. Вот здесь, конечно, объяснить это сложно. Пить стали больше, а преступлений стали совершать меньше. Гусев пытается это все объяснить, на самом деле, возросшим качеством употребляемого башкортостанцами алкоголя. По мнению Гусева, башкирская водка одержала сокрушительную победу над некачественным паленым осетинским спиртом, и качественный алкоголь теперь не толкает жителей Башкортостана на безумные преступления. Согласитесь, достаточно спорный тезис. Жалко, что господин Гусев никак не прокомментировал рост пьяных ДТП, например, в республике, а их количество возросло по отношению к предыдущему году, а также возросло количество задержанных нетрезвых водителей за рулем. Вот. Как тут коррелируется качественный алкоголь и башспирта, и вот это вот не очень хорошая статистика. Впрочем, Хабирову доклад про алкоголь очень и очень понравился. И он пообещал самые настоящие облавы на остатки бутлегеров, которые затаились в дремучих лесах и темных ущельях отдаленных районов Республики Башкортостан. Как говорится, задушим гидру бутлегерства в ее логове. Судя по всему, башкирские власти беспокоят не только паленый алкоголь, но и паленые осветительные приборы. Хабиров потребовал отрапортовать об успехах освещения региона, и отзывчивая Ирина Александровна Голованова охотно резюмировала успехи башкирских властей на ниве освещения самых темных уголков Башкортостана. По словам Головановой, истратив всего какой-то жалкий бюджетный миллиард, за 4 года она и господин Беляев, вместе они, как говорится, действовали, смогла установить по всей Башкирии 45 тысяч светильников, протянуть 1204 километра кабеля и обновить 10 тысяч опор освещения. Ну, вот такие успехи у Ирины Александровны, которая посетовала, в свою очередь, на некоторое мешающее делу разнообразие подходов в деле освещения темных уголков родного края. Но, слава Мавлиеву, был открыт энергосервисный контракт.
тот самый энергосервисный способ освоения денег. Путем энергосервисной кабалы, по словам Головановой, пошли уже 19 муниципалитетов Республики Башкортостан, вслед за Нефтекамском и Уфой. Хабиров явно ждал именно этого оборота в докладе госпожи Головановой, а вовсе не скучных историй про то, как она вкручивает лампочки Ильича. И он буквально вспыхнул от радости, от восторга при упоминании вот этого самого энергосервисного контракта, отключил Голованову от доклада и немедленно вызвал на связь Мавлиева, задав ему вопрос об экономическом эффекте того самого энергосервисного контракта. Мавлиев заявил, что энергосервисный контракт позволит ему и городу Уфе сэкономить до 100 миллионов рублей в год. О том, что уже смонтировано 12 тысяч светильников из 45 тысяч запланированных. Тут минуточку и стоп. За минувшие 10-12 дней мы услышали уже три версии объемов вот этого энергосервисного контракта. Вообще-то в контракте написано 47 тысяч светильников. Потом Мавлиев упоминал 44 тысячи светильников. Теперь он говорит о 45 тысячах светильников. У меня, пожалуй, закономерный вопрос. Количество установленных светильников по этому контракту, оно произвольное? Столько, сколько получится? Или столько, сколько всплыло в голове вот этого вот юноши? Также Мавлиев заявил о том, что 6 лет Уфа не будет тратиться ни на что. Забыв, правда, упомянуть, конские, но секретные выплаты ежегодно по этому самому энергосервисному контракту. А через 6 лет Мавлиев рассчитывает еще и заполучить готовую инфраструктуру освещения бесплатно. Вот черт побери. Давайте просто заглянем в техническую документацию этих светильников. Каков срок службы этих светильников? Мавлиев полагает, что это бесконечный срок службы? Да нет, конечно. Они просто, ну, либо нас абсолютными идиотами считают, либо сами таковыми являются. А скорее всего, все проще. Никакой Мавлиев, никакой Хабиров не собираются здесь присутствовать еще 6 лет. А что будет через 6 лет со всеми этими контрактами, горено всей синим пламенем? На тему того, что мы сейчас ничего на них не тратим, я никогда не поверю, что в условиях вот такой инфляции компания, осуществляющая вот этот вот энергосервисный контракт, ничего не получает от города Уфы и не будет получать в ближайшие 6 лет. Давайте уже окончательно раскроем условия этого загадочного энергосервисного контракта, огласим их, сделаем публичными и перестанем об этом говорить. А то, видите ли, требуется какая-то жаркая и срочная поддержка от Хабирова, чтобы только никто не подумал, что Мавлиев тут чего-то натворил в городе. Впрочем, Хабиров остался доволен вот этим докладом Мавлиева и в очередной раз потребовал от Марзаева и Головановой внедрить опыт Мавлиева и вот этого вот энергосервисного контракта повсеместно, где остался хотя бы один бюджетный рубль в казне хотя бы самого захудалого муниципалитета. Напомню, что однажды этот вопрос уже на оперативке поднимался. Хабиров строго допрашивал Марзаева, как там идут дела с внедрением этого опыта Мавлиева повсеместно. И Марзаев даже пытался отбрехаться. Говорил, что в некоторых муниципалитетах посчитали и сказали, что им невыгодно это делать. Но я так понимаю, для Хабирова это никакой не аргумент. Вот эта новая форма энергосервисной кабалы, похоже, что очень понравилась башкирским властям.